Здравствуйте, hello. Labadiena, terve. Hola. Guten Tag, да? Hi. Как там еще, я не знаю, короче, больше я не знаю. Еду за работником, помощником моим. Так, сегодняшний день, это по поселку, кабель, шмабель, какая-то траншея, звонил мне, ну, Сергей, говорит, что ты меня забыл, ну, как забыл, я всего, ну, вот, вчера был занят, я же говорил, я занят, вчера залили бетон, в итоге две ванны нам не хватило, конечно же, потому что получалось 4 тумбы и одна ванна, а у нас 12 тумб. Что мы сделали? Мы сделали, уменьшили изначально эту бетона качество, то есть мы ванну чуть-чуть отчерпали, ведра вылили в одну тумбу, потом в ванну добавили щебня песка, таким образом уменьшили марку бетона. Она была B30, ну там, я не знаю, до 250, наверное, дошли. Потом еще раз, следующую ванну еще немножко понизили мощность бетона. Ну, в итоге, короче, потом еще таким образом у нас хватило на 8 тумб за счет того, что мы домешивали. И еще оставалось у нас 4 тумбы. Короче, мы целую ванну еще замешали. Потому что ехать уже не было смысла на бетонозавод. Ну как, уже был, хрен знает. Может быть и был, но им тоже мазать лотки из-за меня, из-за ванны, я думаю, что ну, не очень хорошо. Понятно, что им логист сказал, они это сделали, так как я с ним, как просто, он мне не друг, но как просто так, ну, короче, нормальный человек, как бы, вроде бы, все четко. А я говорю, они мне даже 3 года назад один куб привозили. Может быть, оставалось в миксере, некуда было девать. Может быть, еще что-то. Ну, вот такая ситуация была. Мне не хватило куба, они мне довезли. Ехать недалеко там было. Вот. Как бы вот так вот. Ну, я уже не поехал из одной ванны, чтобы не стал напрягать. У меня как раз оставались два мешка цемента. И один хуй. Они бы выкинулись, ну, потому что им хана была бы за зиму. И эти два мешка мы замешали, как раз таким образом мы избавились от этого цемента, который выкинул, ну просто он бы выкинулся, понимаете, этот цемент, он выкинулся бы. Вот. Короче, в 8 часов мы уже закончили, падали там, считай, на хату. Офигеть, короче. Надо было, может быть, бетономешалку тащить туда электрическую, но участок мы не потащили. Можно было намешать на том участке в ванну, налить в ванну, подъехать на тракторе, высыпать. Короче, решили там по месту мешать. Воду привозили в ведрах на тракторе. Ну, короче, о, чувак на эти на трицикле едет. Каком-то электровелосипед, что ли, или что это, я не знаю. Короче, вчера целый день вот этого был. Опять уже пятый день сплю, ночью работаю. Голова не спит, она копает что-то. Опять трактор, вот я в трактор. Днем, считай, все сделал, и потом ночью я, у меня в голове все это опять копается, планируется. Блин, для головы тяжеловато именно спать. Как будто бы мозг не отдыхает. Раньше там глоток водки, например, сделал, и отключался мозг.
Сейчас, блядь, практически, ну, нифига, он херачит и все, уже грудней 5, я ночью то же самое делаю, что я днем делал. Это печально. Терапыга пошел на обгон, видите? Три тачки обогнал. Можно обгонять три тачки, так не знаете? Ну вот, как бы, за один раз. Вроде ж так же нельзя обгонять паровозиком. Или можно? Не знаю. Будем глядеть, что нас там ждет. Но я знаю, в принципе, кабели. А, и вчера звонил человек. Завтра придется в город ехать. Как я не хотел. Я думал, не сделаю. Все, уже, блядь, ни хрена они не сделали. Оказывается, прошло 3 недели. И они, я говорю, почему ничего вы не нашли, никого? Нету, говорит, типа. Нету типа тех, кто может сделать... Хорошо, а то они до этого, я с ним разговаривал, они брали трактор, тот приехал, всю крошку им якобы с их слов испортил. И они говорят, ты что так делаешь? Он говорит, а я только купил, я учусь. Он говорит, так ты нахрена здесь учишься? И вот, после этого прошло 3 недели, и что-то опять все то же самое. Вот так вот тут все получилось. Блин. 300-й-то или B30, он уже колом стал. Ну-ка, наш самомес. Ну, а наш самомес, конечно же, нет. Он мягкий. Самомес не такой, как производственный бетон. Все разное. Но здесь мы уже бодяжили. Микс. Здесь тоже микс. Это микс тоже нормально. Да. А вот это уже был наш замес. Ну, видно, что он от производственного отличается. Получается, наш 1, 2, 3, 4. 4 нашего производства. Остальное микс. Вот это чистый. Вот это чистый, вот это чистый, без замеса. Он, конечно, вон уже огонь. Ну ладно, что. Сегодня плюс 15, 14. Вчера тоже было плюс 14. Так что, в принципе, все должно быть отлично. Ну, так. Есть немножко, но это херня, я думаю. Чуть-чуть тумбы идут. Ну, они же примерно стоят. Они стоят корректно, скажем так. Что-то примерно стоит. Эти стоят вот так вот. Ну, там она и так уже на краю, там ничего не сделаешь. А, это нитка ушла. Да, точно, это все было по нитке, это. Перекинули нитку в сторону, поэтому так здесь все хорошо тоже. Вот она, нитка. Все четко. Так, пока ничего не замерзло, надо трубу канализации уложить. Присыпать песком ее. И крышки поставить. Так, песок надо тоже разработать. Все это дело как-то. Отсюда сюда надо перегнать ковшом, пока оно не замерзло. Иначе замерзнет, будет писец на холодец.
Тоже скажете, да, да тут передним ковшом. Ну да, как, не знаю, оттуда отступать некуда, брать, сюда возить. Ну, тут кривая дорога. Без заднего ковша это бредятина полнейшая. Просто бред. Чумачить чего. Во, разогнался, летит. Попал там эту трясину, бля, сейчас будем засыпать. А толку-то чё? Дорога обсыпается, она из говна сделана. Там ветровка-то не сделана. Хули толку с этого всего, бля. Аккуратно, говорю. Знаешь что, ты минимизируй, а вот кучками не надо. Да, ты вот горшом бы разравнивал, накидал пару кучек и разравнялся. У нас высота этого, вот, этой истории дренажа, естественно, была где-то полметра. Так, то есть мы до верха, наверха не надо засыпать. Не надо, нет. Так а мы же не видим, сколько мы сыпем. Там вот такая глубина. А? Там вот такая глубина воды. Короче, я не вижу ничего. Просто в другое место сыпем и все, правильно? Да, да. И можно этим самым ковшом разровнять, как вроде. Так-то можно, только там не видно ничего. Как равнять, если мы не видим ничего? Я говорю же, я не достану, мне это туда выкинуть-то не хватит его. Поэтому я и подкопался. Зачем, говорит, подкапывать? Затем, что я не достану до туда, если я не буду подкапывать. Хули толку надо выбирать это говно все это. Ладно. Не буду спорить. Не. Thank you.
надо сюда пару блоков БЖБИ, конечно, с той стороны вон перетянуть и положить, потому что чего толку, как я укреплю берег-то, а никак. Говно это я вычерпал. Почти что. Коли толку хранить здесь скалу, эту щебень, я не вижу смысла. Жбишками заваливать бы, по идее бы. Все ушли, я типа один должен делать, что ли? Чтобы не обсыпалось это все. Да, блин, раскачивает меня стрела просто. Медленно. Там какой-то регулятор есть. О, нифига, видали? Опа. Чпоки нет стекла, да? Если бы оно не в рамке. Чпоки и нету ничегоки. И писец на холодец. Леску откопали там какую-то, мы сейчас будем потом ее забирать. Какая-то пятка от чего-то. От чего-то пятка какая-то. Да, тут сейчас уйдет, конечно, этого. Блин, надо передом. Ай, бляха, муха. Арматурина серьезная такая торчит, нормальная. О, теперь будет тут нормальный берег. Материалы, конечно, кот наплакал. Надо, блядь, хуево тучу машин высыпать. Короче, делаю по-своему. Все ушли, значит, я сделаю, как я считаю нужным. Хули мне эти
блядь, тут щиток еще бы в щиток не въебаться. Не мог там высыпать самосвал, да? Ему самосвалам же похуй, ёпта. Перед глазами деньги, блядь, и все. Насрать, блядь. Этим самосвальщикам. Костяныч ходит, скучает. Короче, вот так вот засыпаем нахер и все. Если что, я не виноват. Сами ушли. Я не знаю. Ничего, я ничего не знаю. Сейчас задком разровняю маленько. Говорит, подтяни сюда. Чё подтягивать сюда, если тут вот такое дерьмо? Толку-то я, что я его подтяну. Что это, блядь, даст нахуй? Подтянуть это говно. Да, Костян? Да. Я говорю, говорит, подтяни это говно сюда. Чё это даст, да? Там кабель показал, как это, блядь, обкладывать там. Так ты делаешь? А? Ты делаешь или чё? Закинуть этих, блядь. А, песок надо? Ну, где-то, брат, говорит, говно. Разровнять там. Ну они придут, они же командиры, они все знают. Я говорю, командиры придут, все скажут, правильно? Водой разровняй. Как я разровняю под водой? Я не понимаю, я начальник. Как это, блядь? Говно кусок. Ёбаные болотины, блядь. Трясинка такая, да? Опа! Формочка. Подтяни, говорит, дорогу. Ее тут нету, дорогу. Я бы ее подтянул, если бы она была. А ее-то нету. Не катись давай, блядь. Ты, блин, не дергайся ты.
если бы она была, я бы ее подтянул. Плит сюда кинуть для укрепления. Дорожного полотна. Почему я никогда не поднимаю ничего, вот как вы говорите, ну, типа, веду вот так вот, как паралитик? Да потому что за хрена мне лишние операции делать? Если оно и так едет, все, зачем мне зачерпывать? Вот хрена мне зачерпывать? Там, где надо зачерпывать, я зачерпываю. Там, где не надо, я не зачерпываю. Для чего делать лишние операции? Я не, вообще стараюсь никогда лишние операции не делать. Лишняя операция – это лишнее топливо, блядь. Лишнее время, да, да, время. Я не хочу лишнее время тратить, потому что есть другие задачи. Задача у меня не как можно дольше сделать, а как можно лучше и быстрее. Все. У меня задача такая, потому что если у меня нету времени, мне надо ехать на другой объект. Понимаете, нету времени заниматься хуйней, потому что очередь. Если я буду тянуть время, я на другой объект не попаду. А на том объекте нужна моя помощь. Поэтому я делаю так. Вы делаете как... Те, у кого нету никогда работы, и он там ухватил одну, он тянет кота за яйца специально. Ну, потому что он понимает, что, блядь, он будет дальше сидеть без работы, там, хер знает сколько, блядь. И он начинает из-за этого тянуть, ну, по максималочке растягивать удовольствие. Потому что завтра, может быть, у него ничего и не будет. Поэтому он делает так. А мне так не нужно. У меня задача больше сделать работы, быстрее и качественнее, и все. Другой задачи у меня нету. Ну, поэтому даже, видите, я не поворачиваю, не доворачиваю. Мне вот, плевать. Вот я сюда, он упал сюда, все, он здесь и будет. Здесь он и нужен. Я его сейчас воткну в грунт, и все. Ну, такую пристань я сделал. В принципе, нормально, еще пару... Вот этих можно достать, но дело в том, что там доставать херово может упасть в эту в воду, а нам это не надо. Поэтому мы сейчас, как паралитики, вот так вот перетащаем сюда. И это будет у нас... О, есть пристань. Ну все, в принципе... В принципе, все. Вообще, по идее, вы все это ЖБЕ оттуда достать, сюда переложить теперь уже все, но задачи такой не было у меня. Сейчас задача хули толку они привезли тут, блядь, чайную ложку, КамАЗ, блядь, этой скалы. Это вообще ничего. Это вообще ничего. Понимаете? КамАЗ — это вообще ничего. Это смех. На таких объемах тут надо машин 10-20
а не КамАЗы, пятнашки. Только время тратить свое и все. Здесь у меня что? Опять это говно. Сейчас я вычерпаю это говно. А еще челюстью попробую забрать. Он челюстью забирает. В отрицательный угол даже можно. Вот туда спустился. Раз. Вот так вот вытаскиваем наверх. И закрываем. Ну, бывает, выпадает момент закрывания из ковша. Но в этот раз, видите, не выпало. Понятно, что какая-то часть все равно свалится, но этого немного там выпало. Сейчас заберем вот этот кусок. Костя!